Здравствуйте, с вами Таганрогский живоголов. Сегодня мы будем резать и готовить кекликов. Вот, три кеклика. Сегодня у нас по некоторым причинам будут приготовлены. Я не стал снимать процесс убийства кеклика. Ну, происходит это обычным ножом, просто отсекаем голову и спускаем кросс. Зрелище, конечно, может не для слабонервных, когда отрезают кому-то голову, но так надо. Птица пойдет на мясо, и мы ее с вами будем готовить. Значит, кеклика мы запарили, попотрошили. Сейчас отрежем лапки, выпустим кишки. И будем... Что мы будем? Запекать в духовке? Духовки запекать. Будем запекать в духовке. Будем делать кекликов табака. Кекликов табака будем делать. Так, помазали противень, разрезали вдоль грудки кеклика, вывернули его на лопатке, посолили, посолила тоже, поперчим. Это у нас кеклики девочки были, вот яички у них, зачатки. Вот это вот яички. Несли бы яички, но они были непригожи. Травкой посыпаем. Майран? Да, майран. Трава майран. Приправы. Нужно чуть-чуть для окорочков. Для и чуть-чуть приправы для окорочков. Причем любой можно. Да. Не принципиально, кому как больше нравится. Ну и еще чуть-чуть розмарина можно. Не розмарина, но... Травку. Чуть-чуть розмарина. И чуть-чуть розмарина. Легко. Духовочку разогрели. До скольки градусов? До 200. 220 градусов. 200-220 градусов. А запекать будем при 180, чтобы сильно не пригорало. Когда поставили на 180 градусов? Да, 180. Ставим духовочку. Сколько будет стоять? Запекать будем час, но одну сторону с полчаса. Время мало еще прошло, минут 15 только прошло. Пока приготовлю сухолапики. В этот раз мы делали на этом, на сковородке. Мы уже подрумянили. Да, пускай еще немного подрумянится. Тем временем мы сделаем для них, как его называют, соус. Точнее было. Теперь мы смажем соусом. Это майонез, соевый соус и горчица. Придаст пикантный вкус. Причем, заметьте, с одной стороны солили, перчили, травками посыпали. А с другой стороны мажем соусом. Получится идеальный вкус.
гурманы, кто разбирается, те меня поймут, о чем я говорю. Получится разный вкус. Сочетание разных вкусов. Да. Вкус получится отменный. Можно еще и посмотреть для мягкости. Вот, ну, наверное, достаточно. И убираем духовочку. И еще минуток на 10-15. Все, еще 15 минут прошло, кеклики наши готовы. Запеклись. Пахнут так, что аж под ложечкой сосет, хочется кушать. Все. Всем приятного аппетита.